Проект «Выездная администрация» получил развитие. Теперь местом проведения еженедельной планерки главы становятся разные населенные пункты округа. Весеннее благоустройство, обращение жителей, развитие военных городков стали ключевыми темами совещания главы муниципалитета Андрея Иванова в теруправлении Горское. Первый вопрос традиционно. Проблемное направление по данным Центра управления регионом. Селена Викторовна в режиме ВКС сегодня расскажет подробно о той работе, которую проводит ЦУР, и о тех самых актуальных проблемах, которые были озвучены жителями на прошедшей неделе. Работы по благоустройству в округе продолжаются. Особое внимание скверам. В Звенигороде на очереди Малиновый овраг и сквер Липа-Чехова. В приоритете дворовые территории, обустройство пешеходных дорожек, установка бордюров, обновление асфальта и многое другое. 7 детских игровых площадок по программе губернатора, 30 объектов пешеходных коммуникаций по программе «Народные тропы», и там у нас 2 объекта по программе «Светлый город». Большую часть работ проведут в период с 1 по 30 апреля. Силами МБУ и управляющих компаний муниципалитет подготовят к летнему периоду, отметил Андрей Иванов. 16 апреля состоится общеобластной субботник, к которому подключатся все желающие. Где наледь, где уборка, где бордюры и так далее по списку. Действительно, привокзальным нашим площадям нужно сейчас уделить пристальное внимание. Снег растаял, много мусора накопилось за зимний период, много чего нужно подправить и с точки зрения покрытий, где-то ржавчину зачистить и нанести слой краски. К 16 апреля в округе организуют 65 мест выдачи инвентаря и проведут необходимые подготовительные работы. Глава муниципалитета Андрей Иванов будет держать их на личном контроле. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».